Руководство теплоэнергии технического университета подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество взаимовыгодное, предприятие обеспечивает студентов хорошей работой, университет дает предприятию квалифицированных сотрудников. Мы, во-первых, готовим кадры для теплоэнерго, и вот соглашение об этом будет указано. И второе, мы уже договорились и начинаем проводить работы по опытно-конструкторским работам, которые необходимы теплоэнерго для, собственно, своей деятельности. Безусловно, для нас очень важно, чтобы ребята, которые будут приходить к нам, приходили с серьезными знаниями, серьезным фундаментом. Ну и, безусловно, старая, давно известная схема наставничества, она тоже будет полезна. Мы готовы лучших своих работников также приставить к молодым ребятам. Ну, безусловно, конечно же, мы понимаем, что тот потенциал высших учебных заведений, который есть, нам важен и интересен, в том числе в части разработки прикладных работ, прикладных научных работ. Мы, конечно же, рассчитываем, планируем использовать в том числе и такой ресурс.